Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня будет веселый видос. Я соберу на своем аккаунте дуэлянта. Я надеюсь, сейчас попробуем. Но с вас, конечно же, лайки у меня уже есть. Ни много ни мало, 170 осколков. Поэтому влепили по 170 лайков и поехали пробовать его дособирать. Вроде плюс-минус сегодня он неплохо падает. Заодно и посмотрим, сколько я зефира. 180, ребят! Два раза осталось у нас, два раза всего лишь осталось, и мы будем тестировать, не смотреть какие-то там видосы чьи-то, не вырезать как нубы, а будем сами тестировать, поэтому поехали. Пишите в комментах, где вы хотите его увидеть, на каких локациях. Ну, вы знаете, я как обычно вам делаю топчики по обзорчикам, в общем... Надеемся, ребят, 20 осколков, 2 тычки, 190, ребят, 190. Я надеюсь, мы сейчас за эту попытку соберем его. Давайте на удачу. Не, не хочет, не хочет он на такую удачу. Так, пробуем. В среднем где-то идет 120 осколков, 100-120 осколков на 10. То есть 2000 осколков плюс-минус, и у вас будет этот герой. Блин, последних 10, ну давайте. Последних 10 осколков. Ну. Знаете, это ожидание, это чувство все меньше и меньше и меньше и меньше. Дуэлянт. Есть! Что, можете меня поздравить, дуэлянт у меня уже есть. Я сейчас вам буду делать, конечно же, топовые обзоры, прокачки, показывать, рассказывать. В общем, вот так вот, ребятушки, вот так вот. Отлично, alt print screen скину. Скину, Сереге. Сегодня на АЭСе обнова, у вас тоже будут топовые видосы с АЭСа. В общем, все good. Я рад, я его собрал. Поехали, будем смотреть. Exchange. А у меня, кстати, места нету. Называется Exchange сделали. Кстати, давайте посмотрим, сколько у нас в итоге зефиров. Я что-то не посмотрел. Два зефира я собрал. То есть я собрал, ребят, два зефира. Блин, жестко, конечно. И кучу плюх получил. Сейчас мы плюшки с вами посмотрим. Такс, что тут интересного у нас есть? Поехали по акциям пробежимся. В общем, сейчас я подготовлюсь и ждите топового обзора. Ну, в принципе, фигню. Prime Hero. 4 попытки всего дали. Но мы не брали большими паками. Я забирал паки с пыльцой. Unreal, конечно. Сейчас будем мы им трешевать. О-хо-хо-хо. Я даже сюда заходить боюсь. Так, императорская. Здесь, по-моему, за покупку, если я не ошибаюсь. Что тут у нас интересного? Давайте сольем, как обычно. Некроса. Lucky Flipping. Ой, блин, капец. Капец. Поехали, давайте посмотрим. Давайте я солью сейчас, что мы будем париться. Мы все равно будем его качать. Солью какого-то героя. Кого сольем? Можно Асу, в принципе, слить. Она мне нафиг не нужна. Ищем Ронина с 12-м. У меня где-то 12-й есть. Вот, у меня их аж 2. Минус Аса. Такс. Поехали, открываем, посмотрим на него в действии. Дуэлянт открыт. Ебой. Ставим ему талантик. Ну, я думаю, его либо с огненкой буду собирать. Я его сейчас изначально с огненкой соберу, так как у него деф очень хромает. Поэтому тут вариант либо огненка, либо СО. Ну, СО, конечно, конечно, он будет на PvP локациях не очень.
Зефир будет пробивать, у него жизни маловато. Поэтому, скорее всего, огненка либо СО. Такс. Да блин, ладно, давайте так вот. Посмотрим на него на первый взгляд. Даже девятку качнем. Поехали. Поехали, начнем с подземочек. Так, давайте посмотрим на... Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас то мне... 1000 сообщений. Такс. Давайте с обычного какого-то начнем. Хотя бы посмотреть, что он себя представляет. Блин, сегодня еще и битва гильдий. Надо выставить. Надо выставить нормальный деф. Точнее, он стоит. Но теперь надо этого героя еще ставить. Так, окей, поехали. Посмотрим, как он смотрится. Скорость атаки и прочее. Так, ну, бегущий, понятно. Трехстволочка у него. Так, смотрим. Ух ты, нифига себе. Мне нравится его скилл. Мне его скилл уже нравится. Блин, крутой. Скилл реально прикольный. Ковбой. Реально ковбоище, я бы сказал. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо, я вам скажу. Учитывая то, что он... то, что он у нас донатный, бегающий. Ну, плюс то, что он дальник. Так, но здесь я ничего не сделаю. То надо только чисто такой сборкой на подземках его смотреть пока что. Ну, сейчас я буду его прокачивать, вам показывать видосы. Так. Бьет полностью все, насколько я вижу. Все впереди себя. Блин, какая у него дальность атаки. Он что, он... Походу, ребят, походу он самый дальний. Самый дальник, если я не ошибаюсь. Посмотрите, какая дальность атаки. У меня даже тут, если брать... Да, посмотрите, нифига себе. Он реально самый дальний. У него дальность атаки бешеная просто. Офигеть. Просто офигеть. Дальность атаки у него, ребят, самая большая в игре на сегодня, что я вижу. Прикольненько. Так, вот теперь мне единственное интересно, автопрокер или нет. Еще я хочу посмотреть. Ну, то, что я вижу, мне уже нравится. То, что у него дальность атаки обалденная. И скилл работает очень круто. Сейчас мы пройдемся еще по скиллу с вами. Я хочу сейчас ему выролить. Попробовать либо ремку. Ну, я сейчас думаю, недолго мы будем мучиться. Может, все-таки ремочку для него вытащим. Отлично. Так, поехали, смотрим. Опять не туда побежал. Смотрим, или он. Да, ребят, он автопрокер. Офигеть. Он реально автопрокер еще. Супер. Посмотрите на это. Просто кайф. А теперь идем пройдемся по скиллу, посмотрим, что по скиллу. И определимся, что мы будем с ним делать. Наносит дамаг 480%. Целям дамаг. Ого. Can spread across a max of 3.
Нифига себе. А ну-ка я сейчас ради интереса зайду еще на русский сервер, перечитаю скилл. Если это так, то это просто бомбически. Просто обалденнейший герой будет. Такс. Че я сюда залез? На вот сюда. Сюда дуэлянт, вот он. Вот урон распространяется максимум по 3 целых пределах действия навыка. То есть у него не так работает, как у всех. То есть 1, 2, 3 в пределах действия навыка. Также снимает бафы с целей. Получила урон от этого навыка в течение 3,5 секунд. Чистый урон в размере 30 атаки случайно вражеским целям внутри дуги. Получает меньше урона, обладает иммунитетом к параличу, оглушению. То есть не станется. Откладывает паралич 1,5 секунды. Его цель восстанавливает здоровье в размере 45 от нанесенного урона. Кулдаун 2 секунды. В общем, ребят, что я могу сказать? Сейчас мы с вами будем собирать сегодня. У меня были другие планы на сегодня, но у меня они, как обычно, поменялись. Эту имбу, в общем, ждите видоса. Я думаю, будет интересно. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.